I can knock your heart around. All I see for me. Необычные ритмы с первых минут погружают зал в джазовую эпоху. Глубокий, с легкой хрипотцой голос Элизабет Кантаману заставляет окунуться в прошлое. В Шымкенте исполнительница впервые, но на боевой настрой это никак не влияет. Я всегда в прекрасном настроении, всегда в предвкушении чего-то хорошего. Сегодня я пою стандартные песни. Это известные всем композиции Луи Армстронга, Билли Холидей, Эллы Фицджеральд и других. Элизабет Кантаману родом из Франции, ее отец гвинеец, мать гречанка. Карьера будущей звезды складывалась на редкость удачно. В начале 80-х ее талант оценил мэтр французской сцены Мишель Легран. Он позволил ей исполнять свои композиции. Свои сольные диски Кантаману выпускает в начале 90-х, а 2000-е годы ознаменовались для нее победами на музыкальных конкурсах. Теперь уже на международном уровне она продолжает удивлять поклонников джаза своим густым и теплым тембром. It must be not say what you choose. I got a right to sing the blues. Если честно, эти эмоции очень сложно передать, потому что их надо прочувствовать, придя на концерт. Это действительно просто великолепно. Это одновременно и чувство волнения, и чувство какого-то восхищения. То есть все эмоции как бы переплетаются внутри меня, потому что это джаз, и это надо уметь слушать, это нужно ценить такую музыку. И голос у нее просто великолепный. В Казахстан Элизабет Кантаману приехала в рамках празднования недели франкофонии. Ее гастроли начались в Алматы, а завершатся в Астане. Исполнительница признала, что наша публика покорила ее своей теплотой, и теперь она планирует вернуться в Казахстан летом с концертной программой.